Привет, друзья! С вами Михалыч и канал Клуб Рыбаков. Ребятки, рад представить вам топовую новинку от компании Бафт. Зимний костюм, который называется Кайлас. Верх костюма выполнен с японской стретчевой ткани Турей по технологии Дермизак. Эту ткань используют лучшие мировые бренды, производящие одежду для экстремальных видов спорта, туризма, рыбалки, охоты и тому подобное. На сегодняшний день ткань Торей Дермизак самая высокотехнологичная, которая существует на рынке. И на официальном сайте Торей водонепроницающая способность заявлена в 20 тысяч миллиметров. А теперь подробнее. Покажем вам достоинства этого костюма, и в этом мне поможет мой друг Дима Лемеш. Привет, друзья! На официальном сайте японской компании Торей ткани, выполненные по технологии Дермизак, имеют характеристики водостойкости 20 тысяч миллиметров. К сожалению, мы не смогли провести тестовые испытания этой ткани на водостойкость, так как в сертифицирующих организациях, где мы проводим наше обследование, просто не нашлось нужного оборудования для таких анализов. Поэтому, чтобы не вводить, так сказать, в оману наших покупателей, мы несколько занизили характеристики водостойкости ткани. И согласно украинским ГОСТам, водонепроницаемая способность указана 12 тысяч миллиметров. Плюс дышащая способность этого костюма на уровне 10 тысяч миллиметров. Уникальность этого костюма заключается в том, что ткань, используемая для верха этого костюма, она не просто водонепроницаема, она стрейчевая. Она очень-очень хорошо тянется, тем самым не сковывает движение рыболова там, или спортсмена. То есть, что бы вы ни делали, вы не будете чувствовать дискомфорта. И даже в моменты натяжения, растяжения ткани водонепроницаемости не будет. То есть, костюм не потечет. Все швы костюма проклеены эластичной водонепроницаемой лентой, что не снижает растяжимость верхней ткани и обеспечивает 100% защиту от воды. Хочу сакцентировать ваше внимание на достоинстве этого костюма. Он очень-очень мягкий, он эластичный, он абсолютно не сковывает движение. То есть, что бы вы ни делали, махали спиннингом, там, бурили бы ледобуром или катались бы на лыжах, в нем будет максимальный комфорт. Вот это то, за что вы платите деньги, покупая эту модель. Поверхность этого костюма очень приятная на ощупь, очень гладкая и практически не шелестит при движениях и при ходьбе. В качестве утеплителя в этом костюме использован ультрасовременный утеплитель австрийской фирмы G-Loft. Утеплитель G-Loft – это аналог натурального пуха, выполнен из синтетических волокон, которые сами по себе имеют трубчатую структуру. То есть сам микроволосинка, она внутри как трубочка, маленькая малюсенькая трубочка, внутри которой есть воздух. За счет этого создается уникальный эффект сохранения тепла. То есть при небольшом количестве и весе утеплителя костюм очень-очень теплый. То есть ваш теплый костюм, который рассчитан там на комфортное использование минус 10, минус 15 градусов мороза, весит всего там в порядке в пределах там 2 килограмм. Для увеличения комфорта подкладка этого костюма сделана из высококачественного нейлона. 100% нейлон, который очень-очень гладкий на ощупь, даст очень высокое ощущение комфорта. Особенно это чувствуется вот в рукавах, когда ваша там флисовая одежда не ощущает сопротивления об внутренний слой костюма и как бы скользит очень-очень комфортно. На куртке этого костюма два боковых глубоких теплых кармана, оснащенных гидромолнией. Прорезиненная молния обеспечит водостойкость содержимого кармана. Вот. Плюс подкладка из микрофлиса даст возможность погреть немного руки, если вы замерзнете. Плюс глубокий нагрудный карман, оснащенный гидромолнией. Плюс внутренний карман для телефона. Курточка оборудована качественной молнией с двумя собачками. Изнутри молния имеет защиту из микрофлиса, что делает ее очень приятной к лицу. Высокий воротник и глубокий капюшон с тремя точками регулировок. Регулируемый манжет рукава имеет дополнительную стяжку и оборудован резинкой.
Нижняя часть костюма, как и положено для костюмов, предназначенных для зимней рыбалки, выполнена в виде высокого комбинезона, который надежно закрывает грудную клетку спереди и спину сзади. Комбинезон выполнен с тремя карманами, оборудованными водонепроницаемыми молниями. Для любителей регулировать ширину брюк ремнем в комбинезоне предусмотрена такая возможность. Качественные регулируемые подтяжки, которые не сползают с плеч. Удобная водонепроницаемая молния на комбинезоне оборудована двумя собачками. Нижняя часть брюк оборудована клапаном, который дает возможность использовать комбинезон как с сапогами, так и с ботинками. Костюм бомба! Полностью ветронепродуваемый, водонепроницаемый, плюс дышащий. И заявленная комфортная температура производителем минус 10. Но если мы регулируем поддевками этот костюм, то вполне можно, если вы одели теплое термобелье, теплый флисовый костюмчик, тогда минус 30, ребятки, 100% будете сидеть и комфортно чувствовать себя на любой рыбалочке. Короче, друзья, Бафт повышает планку. И этот костюмчик подойдет уже для самых требовательных рыболовов, которые ценят комфорт и надежность в экипировочке. Ну и цена уже здесь не совсем народная. Но все же существенно дешевле, чем у других производителей. Короче, друзья, все, кто может себе позволить данный костюм, всем рекомендую. Еще одной важной особенностью данного костюма является то, что производитель гарантирует высокое количество циклов стирки для данной модели без утраты его первоначальных свойств. Но в этом костюме, друзья, есть и огроменный минус. В этом сезоне костюмы Бафт Кайлос вышли в ограниченном количестве, и купить их смогут не все. Но кто-то будет счастливчиком, кому-то повезет уже в этом году ощутить на себе все прелести современных костюмов. Так что, друзья, рыбачим комфортно, и пускай никакие непогоды не отвлекают вас от нашего любимого увлечения. Короче, на этом мы с вами и попрощаемся. С вами был канал Клуб Рыбаков, мой друг Дима Лемеш, Михалыч, и всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Пока.